Всех приветствую. Только посмотрите на это прям следы апокалипсиса. Я тут еще не был. И как попадали деревья. Сделали. Да, действительно, как какой-то ураган прошел, а просто усунулись берега, и вон тополя полетели. Так, тут можно нормально. Столько рапанов, мидий тут. Раньше тут любимое место рыбачье было, но уже как бы финита ля комедия. Ну, ни запаха какого-то такого нету. Просто что выглядит так сногсшибательно. Все, подписывайтесь, кто не подписан. Бережите себя, своих родных и природу нашу.